снова здравствуйте! Вы смотрите второй выпуск кулинарных рецептов от группы компаний «Правый берег». Лучшие шеф-повара нашего города раскроют секрет приготовления 4 изысканных и вкусных блюд. В прошлый раз мы записали первый рецепт новогоднего салата. Сегодня мы в ресторации «Водка», и готовить для нас будет шеф-повар Владимир Чапкий. Сегодня будем готовить каре молодого теленка в листьях салата. Вот, с гарниром из кенийской фасоли, томатами и перцем чили. Соус сливочный, с сыром плавленым и сливками. Первым делом необходимо отделить мясо теленка от косточек. Всего их 4. Это для одной порции. Каждую косточку нужно тщательно очистить от мяса и пленки, а также сделать надрез. Владимир советует сделать это при помощи садового секатора. И обязательно нужно сделать надрез. Ну, вот таким вот способом. Для чего? Чтобы кость, она сама по себе трубчатая, в ней находится, ну как сказать, красная субстанция. Вот. При тепловой обработке она начинает выделяться активно. То есть и мясо у нас уже будет готово, а это будет сочиться кровью. То есть для того, чтобы этого не было, нужно сделать надрез. Косточки откладываем и приступаем к обработке мяса. Для большей эффективности его нужно взбить в блендере отдельно, а потом добавить сливки, соль и перец. Сливки при взбивании, они грубеют, то есть они вспениваются, поэтому масса такая, я же говорю, пористая. Теперь в пароварку мы помещаем вымытые и обрезанные листья салата. После обработки они станут настолько мягкими, что в них можно будет завернуть готовый фарш. Далее берем косточки и погружаем их в котлетки до отправки в пароварку. В то время приготовления, вот после всех вот этих манипуляций, уже вот этого, этой заготовки, скажем так, полуфабриката, ну, порядка 7 минут, то есть на пару, 10 максимум. Теперь приступаем к приготовлению гарнира и соуса. Режем чеснок, перец и томаты. Все овощи обжариваем в небольшом количестве оливкового масла на тщательно прогретой сковороде. Это необходимо для того, чтобы продукты не выпустили сок. Для приготовления соуса смешиваем 1:1 сливки и плавленый сыр. Варить эту массу нужно на медленном огне до загустения. И, наконец, завершающий этап – выкладка блюда. Идеальным украшением этого шедевра будут водоросли нори. От тепла они начнут извиваться, тем самым придавая блюду пикантность и свежесть. К Новому году своим близким можно приготовить вот такой вкусный подарок. Поверьте, они это обязательно оценят.